Во всех территориальных управлениях округа прошли плановые встречи с жителями, посвященные дополнительным мерам социальной поддержки незащищенных категорий граждан, которые будут предусмотрены в наступающем году. С жителями поселка Горки-2 встретилась председатель Совета депутатов Татьяна Одинцова. Все эти меры были утверждены на Совете депутатов Одинцовского городского округа, а мы, как депутаты, должны обязательно выйти в каждое поселение, каждое населенное теруправление наше Одинцовского городского округа и объяснить нашим гражданам, что же это будут за выплаты в 2020 году. На встрече, прошедшей в Доме молодежи, Татьяна Викторовна провела презентацию, в которой подробно разъясняется, кому и какие выплаты будут положены в 2020 году. К социально незащищенным гражданам сейчас относятся сразу 17 категорий. Это ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, многодетные семьи, инвалиды и другие. Собрание проводится с целью информирования населения о тех мерах, которые уже включены в бюджет 2020 года, для того, чтобы наши жители понимали, когда они могут обратиться и с каким вопросом для получения той или иной выплаты, которая предусматривается в бюджете, чтобы люди понимали и своевременно могли получить необходимые им средства. Татьяна Викторовна просила жителей не быть равнодушными и обращать внимание на людей, нуждающихся в помощи и поддержке, и своевременно сообщать о них социальным службам или органам местного самоуправления. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».